Глава региона Ермек Маржикпаев подверг критике работу государственных органов и предпринимателей, допустивших коррупционные правонарушения. Согласно статистическим данным, с начала года 21 человек нарушил закон. Более половины из них расхищали бюджетные средства, шестеро получили взятки. По факту мошенничества зарегистрировано два случая. Возможно, ваши коллеги не до конца понимают ситуацию. Требования последние, которые закон постоянно меняется, требования постоянно меняются. Вот поэтому на какой-то постоянной основе, вот через вас я просто проецирую на всех наших коллег ситуацию. Много вопросов было в сервис сегодня ходит о строительстве дорог, жилья, водоснабжения и так далее, так далее. Все эти вопросы ходят на особый контроль. Узерские белья, чем по оказ, брата. В области начаты антикоррупционные проекты и инициативы. Среди них проекты «Адалдакаланы» и «Адалбелем». Проведены разъяснительные мероприятия в различных формах, направленные на предупреждение коррупции. На совещании государственным органам было предложено поддержать меры, реально влияющие на снижение уровня коррупции. Кроме того, руководитель департамента строго предупредил сотрудников, которые выезжали для проведения проверок о недопустимости премирования, а также отметил, что за допущенные нарушения они будут привлечены к ответственности. Иван Однорог, Жансулу Жиенкул, Павел Соловьев, Фархат Исмагамбетов, Кокши Акпарат.